Удача улыбается тем, кто в нее верит. Александра живет в Санкт-Петербурге. В Химках она оказалась по счастливой случайности. Участие в национальной лотерее помогло ей стать обладательницей нового автомобиля. Теперь этот сверкающий заводским блеском «Москвич» по праву принадлежит ей. Машину вручал лично собственник компании «Рольф». Кайф. Я ничего пока не поняла, но мне уже очень нравится. Здесь кнопочки. Здесь много кнопочек. Комфортный салон и современный дизайн. В этой машине прекрасно все, так считает победительница лотереи. Александра находится в отпуске по уходу за ребенком. И автомобиль сейчас ей очень кстати. Никогда не покупала билеты. Мой банк замечательный сказал мне, что нужно срочно обменять бонусы на что-нибудь. Они сгорают, я не знала на что. Это были подписки, одна, другая. Мне они, ну, не были интересны. А вот поменять на лотерейный билет оказалось прикольной идеей. Первый билет выиграла 100 рублей, уже была счастлива. И потом победила в акции «Второй шанс». То есть спустя неделю мне написали, вот ваш, вы выиграли автомобиль. Подобные розыгрыши национальная лотерея проводит постоянно. И в числе счастливчиков может оказаться любой человек. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.